Приветствую вас, друзья, с вами Назар. Мы продолжаем играть Disciples 2 за нежить. Итак, тут я пропустил ход. Ну, давайте продолжим ввести нашу русалку вниз. Так, еще никто не открыл. Видимо, там какая-то мощная армия сидит. Так, русалочка, ты куда сможешь дойти? Ты сможешь дойти вот сюда. Твои же на тебя, я надеюсь, нападать-то не будут. Ладно, станем где-то возле нее, чтобы напугать всех. Также у нас есть 1500, да? Можно, кстати, нанять себе героя. Но, правда, он сейчас особо и не нужен уже. Но разве что вот тут зачистить вот это вот все мелкое. Позабирать эти сундуки. Вот тут, чтобы оно не мешалось. Да и здесь оно понадобится. Ой. Так. Герой, 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 герой. Строить вроде бы там особо нечего. Сейчас. Может Вьерну поставить сюда. Можно и так. Но она долго очень качается. Сколько ей нужно? 500 опыта. Этим 95. Так, сюда. Привидение 45 здоровья. У тебя тоже 45. Можно их вообще не брать. Все равно вот сейчас лучники будут их убивать постоянно. Пока просто-напросто это все почистим. Короче, давай вот так. Так, и что там? Одного вояку. Нужно потихонечку. Ну так, потихонечку. Дойдем до нужного нам момента. Ну а пока пропустим ход. Ну, первый ход всегда что-то долго пропускается, когда перезагрузится. Так, этого, наверное, поставим на один ход сюда. Тут мы не спешим. Так, нам так ничего не может сделать. Так, ты у нас иди сюда. Че у нас тут? Это, видимо, какой-то герой. Нежити. Так. Можно попробовать его атаковать. Не думаю, что там что-то. А, он еще и после боя. Так, тебя в первую очередь. Короче, тут завершаем автобоем. О, круто. Кстати, много дали. За таких два юнита. Первый уровень, второй уровень. Этого даже не убивало. И дали по 100. За разбойников по 15 дают. Так, вот это круто. А еще, когда наши обычные воины начнут парализировать врагов, то это будет вообще супер. Блин, ну тут сидит этот кракен. Я-то смогу тут пройти. Просто нам предлагает его атаковать постоянно. Так, 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 так. Ладно, тут я уже все сделал. Сливаются. Вот эта земля у демонов. Она такая самая неприятная, самая такая маскирующая, можно сказать. Не видно врагов на ее фоне. Вот какой-то стоит, а что там стоит, непонятно. Так, давай, наверное, давай сначала тут посмотрим. Чудо как. Вау, тут все выкупили. Нормально. Ну, либо наворовали. Но я думаю, вот эта мазь оттуда... Скорее всего, что выкупили. Так, давай на себя кинем, наверное, вот эту штуку. На защиту вроде бы, да.
Тут может сидеть какой-то сильный герой. Хотя, мне кажется, мы его самого сильного уже убили. Но тут прикол в том, что они не отступят с города. Так, кого будем бить? Ну, давай будем бить тебя. Без разницы. Какой он уровень? Второй. Ну ты даешь. Зачем ты потратил? Мне бы отдал лучше. Надо было все-таки вот этого бить. Фух, единичка, пережил. И тут, в принципе, все уже ясно. И тут дали меньше. А там по 97, тут 4. Врага там 2 только было. Вот сейчас, сейчас может быть неприятно. Потому что сейчас мы можем выгрести. Если нет, нам придется пойти туда, в тот город наверху. Так, этого нужно убивать первым делом. Чертяга какой. Зубастый. Так, 113, 112, ну тут без разницы. Такие гарнизоны нехилые, сидят у них. Так, ну. Молодец, повезло. Еще промахнулась. Все, захватили. Гореть вам... Зато в пламени, без резенова, мы предадим вашу землю огню. Хорошо. Будем ждать. Так, ага, БГ. Но я надеюсь, что он не будет атаковать. Мне так кажется. Так, тут воришка. Еще какой-то проклятый стоит. Но мне некого оставлять в этих замках. Придет какой-то герой, более-менее, и все. Кстати, тут даже не распространяется что-то особо. Ну, вот тут вижу, стоит жезл. Кстати, нужно будет взять свое привидение, убрать этот жезл. Так, ты можешь пройти, хорошо. Пока что стой и жди, как Дерек. Ну, это, наверное, с жезлами паренек. О, еще один прется. Вор. Что тут так и не поставил, да? Так, давай тут зачистим. Надо было среднего убивать. И ты. А, ты убьешь. Хорошо. Все спокойно, вроде бы как. Здесь немножко гномы наступают. А не, прошло тут уже все нормально. Ну и что, надо потратить деньги, наверное, на лечение. Вот эти заднего ряда, они дешевые достаточно. Вот тут. Нормально. Так, дальше, 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 дальше. Наверное, через юг пойдем. Берсеркер. Ну, пробуем. Угу. Этот с инициативой 50 ходит позже, чем 44. Почему? Ну ты даешь.
Ну, ты не промаш. Шо? А то получать урон от единички как-то не айс. Так, ладно. Станем сюда. Ну, тут вроде бы все. 4, да? Так, ставим. Может, получится защитить. Может, не получится. Не знаю. Давайте тоже организуем какую-то оборону. Так, я хочу смотреть, куда вот эти пойдут. Вор, вижу, внизу появился демонский. Этот вор идет на нас. Ой, а там герой. А там герой какой-то. Так, что вы тут нам приготовили? Неплохо. Я согласен. Еще бы ты был не согласен. Че он два раза походил-то? Так нечестно. Ну, в общем, закончился ход их партии, потом опять у него прокнула инициатива. У них странно работает эта инициатива. То первыми атакует, то потом, ну, там 50 как воинов. Ой, тут аж 4. Стоп, а я вот этого еще забыл. Тут надо будет тоже вернуться, посидеть денек. Восстановиться. Так, ты эту хрень не можешь убить. Ты просто, не знаю, пока ничего просто не делай. Ты сюда, ну, почти успеваешь. Так, да. Если так пойти, ну, пойдем вот так. Кстати, люди какие-то стоят. А ты, знаю, стой пока. Куда тебе спешить? Это будет долго двигаться туда. Ну, защита такой, какая есть. Но, скорее всего, что нам ее не хватит. А это так и не ставит. Что-то он тут застыл, встал и все, и стоит. Странно. Так, стоп. А вот это кто такой? Я вот не заметил даже. Тут стоял берсеркер, и вот вижу, что это еще стоит. Пропустил как-то. Ну, бывает. Так, это Кальдерик, ясно. Давай, иди на сушу. Сейчас будем тебя убивать. Скорее всего, там какая-то слабенькая армия. Так, больше ничего у меня нету. Ну, есть вот такая вот штука. Правда, дорогая. Но у меня просто прирост маленький. Я сожгу их души. Ну, такой. Отрядик, скажу я вам. Нехилый. Но с нашим не сравнится. Так, минус один. Опс, а я думал, его убью. Ауч. Это было совсем не обязательно.
Ну да, отрядик такой мощный, мощный. Она надо добивать. Она всех добила. О, сколько там тебе еще? 400, чуть больше. А тут уже почти сотка осталась с копейками. Нет. Угу. Иди сюда. Стой тут пока. Те вряд ли пойдут на тебя. Но если пойдут, я думаю, они выгребут. Так, и что? Хватает хода? Хватает. Ну, значит, посиди. Полечись. А потом решим, что с тобой делать. Так, ты тут сойдешь. И может пойти его убить. Сначала тут зачистим. И уже пойдем. Туда пойдем. Так, так и так. Я что-то пока без шпионов обхожусь. И так норм. Ой, ну тут могут и убить мне кого-то. Что-то их многовато. Может, не убьют. Не, не убьют. Хватит ходить. Так, вот этот ходит быстрее. И добиваем. Опа-па. Опа-па-па-па. Ну что, тебя нужно прихлопнуть. Или вон еще, ну, пойди, хотя не, могут, может достать мне вот тут. Даже не знаю. Хотелось бы вот сюда зайти. Вот тут вижу ворота какие, или тут сюда зайти. Не, вроде бы вот тут ворота. Или вот этих еще почистить. Ай, что у меня эти... Сумеречные волки. Наши старые знакомые. Здрасте, я ваша тетя. Так, нижний походил. Ставь защиту, чтоб тебя этот не бил. Красава. Так, три лучника, ёлушки кот. Оно нужно взять сначала тут. Всегда пойду там. Наносят урона всякого разного. Так, раз, два. Ну если кинуть защиту, магию защиты, то должно пережить эту атаку. Так, тебя я куда-то сюда заныкаю.
в эту бухту небольшую. Так, 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 так. Ну, зависит от этого, куда он пойдет. Может, он сюда не захочет идти. Если захочет, придется на него атаковать. Так, твою же мать. Вау, 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 вау. Третий уровень. А тут никого не убьют, и так. Даже стараться можно не. Можно не стар. А как это я так убил? Серьезно? Ну ладно. Я не против. Не буду туда возвращаться. Честно говоря, как-то не особо хочется. Так. Защиты должны мы тут пробиться. И взять этот город. Вау, сколько их тут. Ну, опыта за них реально очень мало дают. Так, опять нижний походил. Хватит меня бить. Защиту вставай. Еще один должен походить. Так. Так. Что-то его не убило. О, чудесно. Что, плохо, когда парализован, да? Ходить не можешь. Так, ты подожди. Может, этого убьет, а этого нет. Тогда я бы этим добил лучника. Оно и так повезло. Ну, не повезло, это мастерство. Прошу вас, пощадите. Я расскажу вам все, что знаю. Говори скорее, смертный, и молись, чтобы сказанного осталось достаточно для спасения твоей душонки. Да, нас заставили воевать против вас. Юбер де Лейли, советник императора, пытается завладеть империей. Он взял себе в союзники тварь, которую зовут Костяным Лордом. Главный наш враг в этой миссии. Это демон всемогущ и бессмертен. У него есть власть над нежитью и в его войске множество других чудищ. К чему этому пресловутому костяному лорду идти в союзники Юберу де Лейли? Каков их замысел? У Юбера на службе состоит могущественная некромантка по имени Эргох. Она возглавляет дьявольскую секту, называемую оккультистами. Они поклоняются нежити. Дьявольская секта и нежити? Так, чертям должны поклоняться, там, бесам, демонам. Эргох, некромантка, поджидает вас у башни Костяного Лорда. Помните об этом. Этому Костяному Лорду подвластна нежить. Он способен починить даже ваше войско. Надеюсь, ты не врешь, разбойник. Беги, пока мы тебя не убили, и никогда не попадайся на нашем пути. Благодарю вас. Хорошо. Волшебник. Титаны. И тут еще. Господи, сколько тут всего. Сколько тут всего. Так, тебя бы тоже полечить. И у нас есть возможность еще один ход сделать. Так, кого будем убивать? Вот этих. Два лучника. Тут два сильных. Один сильный, один такой себе. Угу. Тут какой-то еще. Хотя это вроде бы с этой стороны нужно зайти. Давай. А, я сюда не могу зайти. Нужно через этого пробиваться. Надо атаковать, пока он висит на нас, вот эта защита. Так, этого ты не убьешь, этого хотя бы попытайся. Чик.
Отлично. Опа, здрасте. А у меня тут деньжат нету, я тут так лечу всех подряд. А деньжата так кончились. А тут 1800, где-то 1000 нужно пробить себе. Ни много, ни мало. Так как стоял, так и стоит. Что-то подвис. Бедолага. Ладно. Лечиться. Но этого я вряд ли смогу. Если и смогу, то потеряю точно этих двух. Так что пока не будем. Странно, что тут золота нету. У варья. И вот тут, знаете, как-то мне стрёмно идти уже. Я лучше вот так отступлю. Ты пока стой, пока тут никого нету. Так, тут эти сектанты какие-то. Может, это... Стой, Эргох. Друзья. Возможно. Ах ты, тварь. Ты не сбежишь, вряд ли. Но если промажет, то сбежит. Нет, мне повезло. Прощай. И же у него тоже нету денег. Ничего, сейчас мы отомстим. Сначала тут хочу зачистить. А вы выступили на землю сумеречных волков. Убирайтесь или примите смерть. Да. Напугал ежика голой жопой. Так, те я все равно не убью. А это если походит, то убьет. Хотя не факт. 705 она как раз таки бьет. Ну давайте попробуем. Так, чтобы. А вдруг? Повезло. Опять она походила быстрее, чем 50. Мы нашли проход, повелитель. Нужно бы обследовать здешние места. Сумеречные волки прячут здесь что-то ценное. Вау, круто. Дорагона. Загадочный гигантский глаз. Мы нашли волшебную вещь. Мортис желает, чтобы вы ее сохранили. Нам еще пригодится сила, заключенная в глазе Дорагона. Понял. Я предупрежу нежить, Пушин. Нам нужно сохранить глаз. Мортис знает, как воспользоваться его силой. Понял. Надо его с собой забрать. Правда, не знаю, в этой миссии или в следующей он понадобится. Написали бы. Так, тут я по сути его, он может и это взять. Ну ладно. Нам нужно тут. Главное зачистить. О, бляха-муха. Эй, блин, вот это уже, это я не продумал. Это я не продумал совершенно. Там же эта русалка. Может и вольнуть нам ее. Странно как-то бью, можно было всех по чуть-чуть. Но повезло. Блин, русалочка, беги. Беги сколько можешь.
Блинский блин. Блинский блин. Так, а там что? Ага, там было вот это. Так и стоит. Но зато вот это приперлось. Называется. Ну, может он пойдет на город, или этот, или этот. Надеюсь, не этот. Может, если на него напасть, он будет отступать? А-а. Как думаете? Не хватает? Серьезно? В башмаках вот этих вот. И не хватает хода. Это ж как? Это ж как я до такого дожился. Так, Валик, давай сюда. Надо опять потратить, что поделаешь. Он сейчас возьмет город. Мне придется отбивать, его убивать. Можно и бутылку, конечно. Бутылку жалко. Ладно, вы тут без меня не скучаете. Скоро вернусь. А вот это что такое? Аник своя горгулья. Ой, ну нафиг. С ними воевать. У них броня, они бьют любую цель на поле боя. Тут еще гемор. Так, здесь вроде бы нету таких слабых врагов для нас. Вот и он, вот он и поставил. Может, он забоится, свалит. Конечно, ага. Как она говорит, ага, свалит. Угу. Не, куда-то ушел, ушел, свалил. Ой, гномы, че вы вот это вот лезете? Сидели бы себе там. В своем гномьем царстве, государстве. Не пудрили бы мне мозги. Хотя, нужно было на север идти, вот этот городок. Так, и что, будете воевать между собой, может? А? А тут видите такое впечатление, что она поставила, а он убрал. Вот видите, кусочек там такой демонской земли есть. Так, ты что, ты вор. Ну и вот эту мразь хочу добить. Он меня достал. Город забрал. Девушку на эти убил. Куда так? Куда так? Так, ну это вас заход не убью. А, он будет удирать. Ну, вообще-то этого нужно лучше бить, потому что этого можно и заморозить, и магией. И вот этот может еще добить. А эту тварь просто так не возьмешь. Он еще и ударить может. Он может вообще не убегать. Но решил все-таки. Типа убежать, но мы это знаем. Круто.
что-то. Господи, 150 осталось. Там еще 1500. Я еще тут не потратил 1800. Не надо было того героя нанимать нового. Так, ну что, отобьем, наверное, город. Вот эту попробуем хотя бы вальнуть. Хотя бы посмотрим, что там. Что там, как там. И надо бы что-то открывать, какие-то магии. Вот это откроем. Точно пригодится. Еще один прет. Сколько у вас? Что у вас? Денег много. Ну, я вижу. И вот так тормозят, тормозят тебя постоянно. Так иди, что ты стоишь? Так. И же деньги у кого-то появились. Сюда. Это все первый уровень. Так даже не интересно, или не брать этот город. Да маны это у меня полно. Ну да, ход нужно сюда потратить, ход сюда, и потом еще ход сюда, чтобы на кого-то напасть. Хотя, как мне кажется, я тут самое лучшее, что было, забрал уже. Ну, тут такие слабенькие войска, а тут 4 сундука. Вдруг там что-то есть. А что это за глаз такой? Скоро узнаем, я думаю. Надо погуглить. Ладно, тут хватит и так. Не буду долго сидеть. Пока дойдем. Правильно, тратьте, тратьте свои деньги на всякую фигню. Лучник, лучник. Два лучника. Тут без лучников. Такого не сделает. Ауч. Ауч. Ну ты даешь. Ну хоть ты не промажешь. Молодца. Жди. Я тут и так должны добить. Если она не промажет. Промажет. Ну и ты добиваешь. 50. Это... Ну, вот этих убить и будет. И будет, и чё? Может лучше все-таки на воина? Хотя воины вроде как справляются. А сколько там, какая разница между этими? Этот еще ядом 120. Этот просто 70-60. Два раза. Ну да, два раза.
А тут, ну, просто больше бьет. Ну и жирнее он. А вот в конце, вон, призрак, паралич. Вот это дело. С таким даже можно атаковать города. Если он доживет и ударит, и запарализирует этого защитника, то пиши пропало. Так. Птица рух. Ну, такое. Могло быть что-то и получше. Какая-то магия. На силу удара, например. Или на большую инициативу. Или точность. Так, вы тут продолжаете портить мне нервы. Я здесь ради вас. Моя сила перевернет мир. Че, на каждого не нападешь? О, кстати, можно построить уже. Давайте, вояки подождут. А, не можно. Ну, разве что вот сюда напасть. Возможно, у нас появятся деньги. Пробуем. Вау, а ты что тут делаешь? Кого-кого его не ожидал встретить. Деньжат немножко, соточку. Ну, за такой бой, то, в принципе, нормально. Так, а тут что? Вот это хорошо. Это тоже хорошо. Это тоже очень хорошо. Это можно забрать, даже вот это не атаковать. Это, в принципе, тоже. Тут дадут копейки. Ну, разве что уровень апнуть. Ну, можно апнуть на чем-то и другом. Вот этих зачистить. И тут еще нужно будет вот это зачистить. Да ладно, тут еще работы и работы. Но это не буду этих двух добивать. Будем считать, что они скрылись. Они же там... разбойники, как-никак. Ну вот, на этом демоне и апнемся. Кроме бойцов, конечно, ближнего боя. О, сразу два жезла. Давай этот не убежит отсюда. Эти могут. Из них вроде бы тоже должны давать нормально так опыта. Так. Ну ты даешь. Убежит. Блин. Нормально называется, опыта дают. Угу. Если убить, то дают. Да, грядет точно. Хорошо. В смысле, я не могу. Ну вот. Уходишь отсюда. Как это? Я не могу сюда зайти. Чё за бред? Я не могу выйти. А чё? А как я зашёл? Ты это... Не шути. Так. Тут
телепорта нету в этой игре. Есть. Смерть. Ну хотя бы этими выровняемся. С этим, чтобы уже идти вровень. То как-то. Фу. Есть выход. Есть выход из этой ситуации. Так, тут никого вроде бы нету. Тут этот зашел, этот пришел. Хорошо. Хорошо. Бляха, и тут надо бы какую-то защиту оставить. Тут ведь демоны будут постоянно нам глаза мозолить. С партнером с тобой. Нет, не хочу. Жалкое Труди. Партнер. Эти чё, гей? Партнером ты будем становиться. Мортис не одобряет, как говорится. Хотя нет, за них тоже дают как-то мало опыта. Так, ты, вот ты уже сюда попёр, да? Тварюка. А это зараза уберет Джазу. Ну хотя бы уберет только. Так, давай тебя уничтожим. Он так замахивается, будто бы там держит непонятно что. Хотя он скелет. Ему, наверное, тяжело этот меч таскать. А тебе сколько опыта? Ну, по 900 это вообще. Как тут. Будет брать уровень за уровнем. Демония. Демония, говорят, да? Если бы тут поставить тех оборотней, то да, тут бы было все намного проще. Так, ну чё, давайте вот тут еще этих почистим. Так, давайте вот так заменим. Мы тут пока будем тусить на берегу. Убрал все-таки Жазл. Ненавижу. Ай, ай, зачем так бьешь больно? Это что, не ходит? Стоп. У него инициатива 40? Серьезно? Блин, ну это тупо. Это очень-очень тупо, что он ходит в конце всех. Это очень-очень тупо. Эх, ну ладно. Это думал он как лучник первый ходит. Тут 60, это круто. Тут 40. Отстой. Стоп, а вот этот везде сующий. Сущий 50. Ну это лучше, чем 40. Но все равно перед лучниками он не походит. Так что тоже так себе. Ну, блин. Обман на каждом шагу. Да-да. И чё, полечить тебя? 76. Тебя ж убьют. Так, вроде не убьют. Вроде. Попробуем. Там медуза. А я вот так сделаю, да и все.
Хотя они сейчас двое будут центрального бить. Вот это я не продумал. Надо было им тоже вставать в защиту. Ай, ё-моё. Ну ладно, хотя ему все равно не идет опыт. Убили-то убили. Фух. Значит, можно нападать уже на тот город. Смерть можно поставить в первый ряд. Только недавно брала уровень, опять взяла. Так, тут чуть-чуть осталось. Раз уж дали нам вот это. Или не тратить. Ну, 800 у меня монет. Ну, тут можно было без потерь обойтись. Легко. Я здесь ради вас. Я согласен. Давит на тапки. Но не надавит. Е-е-е, круто. Осталось привидение сюда поставить. Вообще будет ништяк. Так, ты убегай отсюда. Правильно. Хорошо. Тут защиты никакой. Но может у них не будет уже сильных воинов. Может такой защиты хватит. Вряд ли, конечно. Но попробовать стоит, я думаю. Вообще надо завершать уже серию. Давайте последний ход. Или вот так стать. Не, давайте вот так. Все, просто мы тут лечимся и ждем следующего хода, когда можно будет продолжить наступление. Зачистку, скорее всего. Надо отойти. Тут зачистим вот это тоже. Хотя тут, ну, опыта тут дадут фигню. А вот этот сундучок я бы взял. Ну и вот эту мадам нужно все-таки проводить. Но сначала нужно вот это все зачистить, чтобы не возвращаться сюда. Но я надеюсь, что не надо будет сюда идти за вот этим всем. Ладно, ребята, на этом завершаем серию. Благодарю вас за внимание. С вами был Назар. Всем пока, всем всего хорошего. До новых встреч.